Всем привет! Сегодня у нас в работе автомобиль Citroёn DS4. После запуска мотора автомобиль начинает ругаться на разные системы. Сейчас мы будем искать, в чем же проблема. Подключаем диагностический адаптер к автомобилю и включаем зажигание. Выбираем интеллектуальную диагностику и ожидаем соединения с автомобилем. Далее нажимаем «Диагностика». Нажимаем кнопку «Smart Detection». И ожидаем, пока лаунч просканирует все системы нашего автомобиля. Хочу рассказать небольшую предысторию. Клиент самостоятельно начал искать эту неисправность и решил заменить блок ABS. Соответственно, ничего у него не получилось. Дальше у него мысли закончились, и он решил пригнать автомобиль к нам в сервис. В процессе диагностики всех систем мы можем посмотреть неисправности в уже считанных блоках. Как мы можем видеть, все неисправности связаны с коншиной. Но основная проблема лежит на поверхности. Нет связи с блоком усилителя руля. Сам блок также не выходит на связь. Теперь необходимо проверить питание и коншину на разъеме усилителя руля, что мы сейчас и сделаем. Для этого необходимо снять переднее правое колесо и отстегнуть разъем от усилителя руля. При проверке мы выяснили, что одна из линий коншины не прозванивается, она в обрыве. Потянули за провод и увидели, что он перетерся и сгнил. Проводку восстановили и удалили сохраненные ошибки. Теперь все системы исправно работают. На этом моя работа завершена, а я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!